Так, сегодня посмотрим вот такую игрушку. Fallen Earth. Павшая земля. Давайте немножко почитаем тут об игре. Игра полностью на английском. Поэтому... Так, что у нас тут? Fallen Earth. MMORPG в постапокалиптическом сеттинге. Смертоносный вирус Шива уничтожил большую часть населения планеты. А с кем не справился вирус? А тех озаботились сами люди. Стерилизация заражения была проведена самым простым способом – применением ядерного оружия. И вот мы видим перед собой Гранд Каньон Колорадо. США таким, каким он стал спустя 150 с небольшим лет. Ну понятно. По сравнению с другими многопользовательскими играми, создатели озаботились объяснением, почему же наш герой и все остальные персонажи фактически бессмертен и может, как Феникс, воскресать из пепла. Все мы, игроки, клоны самих себя. На каждом надет ошейник, ежесекундно передающий всю информацию на ближайшую лайфнет-станцию. Если опасности пустоши оказались сильнее вас, и бренное тело наше пало в неравной схватке с врагом, мы незамедлительно воссоздаемся на такой станции. Ну понятно, отлежаться не получится, а точек респа одна всего, да, станция, значит, такая. А нет, на ближайшую лайфнет станцию. Значит, их много, этих станций. Ну, точки респа, короче, понятно. Огромные территории для исследования. Ну, я все не буду тут читать. Так. Множество транспортных средств. Бесклановая система развития персонажа. Разнообразие предметов и бафов. Развитая система крафта и собирательства. Оригинальная боевая система. Развитая ПВП, фракции и территориальные войны. Кровавый спорт. Все это, конечно, хорошо. Но вот незнание английского, вот как это все вот осваивать, а, без знания английского? Это же тяжело будет. Так что, даже не знаю. А читать это все и потом применять как-то на практике, ну, не знаю. Сомнительно, что я буду этим заниматься. Ну ладно, давайте смотреть игру. Так, ну что, создаем персонажа. Так, так, так. Мужик, баба. Ну, мужик, понятно. Башку можно выбрать. Да пусть будет стандартная. Башку. Так, цвет кожи. Фейс, а это что фейс? Грязь какая-то. Так. Ну, кожа, хрен с ним. Так, возраст. Ну, пусть хоть немножко такой вот будет. В возрасте. Цвет глаз. Что тут есть? Ну, урод. Да ладно, пусть такой вот. Так, причесочка. Угу. Так, ну это как Иванушка какой-то. Это петушиная. Это вообще куриная. Негритянская. Тоже. Хуй пойми какая. Рэперская. Громосяцкая. Тоже. Блин, ну вот что-то более-менее. Ну как это будет такое прилизанное в постапокалиптическом стиле смотреться? О, крутой Сэм, пусть так будет. Так, и цвет, да, можно выбрать. Ну-ка, потемнее. О, да, пусть так будет. Так, что тут еще у нас? Щетина. Правильно. Постапокалипсис. Бриться некогда. О, вот так вот пусть будет.
О, тут еще. О, тут даже вон бороду можно какую. Будем маджахедом. Ну некогда бриться. Просто апокалипсис. Какое бритье, блядь? Во, заросшая. Морда будет. Не, такие бородки не пойдут. Это надо время уделять на такую бороду. Во! Сам реал. Боевик такой, блядь, будет. Так, пирсинги. Нет, пирсинги это не для нас. Ну-ка, татуировку. Это на харе, что ли? Ну, не. Не надо. Это на второй части. И файн. Что-то рисунки. Оно это извозится в грязи. Может. Нет, тоже не надо. Так. В правой части у нас тело. Волосы на теле. Рост. Да рост пусть будет стан средний. Не надо меньше, больше не надо. Меньше сделаешь, не допрыгнешь еще куда-нибудь. Больше сделаешь, попадать все легко будут. Вот средний пусть будет. Так, это что? Опять татуировка. О, ну на руках можно сделать что-нибудь. Ну-ка. Паук. Или что это там, череп? Ну пусть череп будет. Так, цвет. Во. Вот такой цвет у татуировки. Во такой. Черных не бывает. Так, подожди, правую. А чё тут не на плече? Не, не надо тогда никакую. Так, подожди, чё я там выбрал? Не надо мне ничего. На ногах, ну на ногах тоже не надо. О, куртяжка. Надо что-нибудь неприметное и прочное. О, пусть вот такая будет. Так, ботинки. То же самое, прочные и неброские. Во. Так, а штанов нету, что ли? Нету. Так, ну ладно. Блин, в темноте играю, ничего не вижу, куда тыкаю. Поехали, стартуем. Игра на английском, не знаю. Ну вот, началось. Ничего не понятно. Welcome to Fallen Earth. Добро пожаловать. Так, ну ясно. Что тут у нас? Момент. Пресвиту. Ну, это бежать. Ну так, ну это управление тут описывается. Закрыть. Так, этот чат тоже спрятать. А можно его как-то вообще убрать? Нет, набирается. Так, курсор на табулятор убирается. Или средней кнопкой мыши. Так. Что-то как-то чувствительно сильно мышка. Ну-ка. Блин. Интерфейс. Вот это. Ну, вроде бы, да. Так, вот с этим поговорить надо, наверное. Чё там ковыряешься? Сломал, что ли?
Нет, с ним никак не хочет говорить. F фонарик. E это крутить. E и Q крутиться. Так. Ну нет, не поговори с ней. Так, что тут? Килл-кл клон. Короче, убили клона какого-то. Скип туториал. Да скип, конечно, ничего, все равно нихера не понимаю. Скип туториал. Да скип, блять, что такое? Так, что-то загружается. Ну тут хоть по картинкам можно догадываться сейчас будет. Welcome to LifeNet, a product of Global Tech. If you're seeing this, you are dead. But don't worry, with LifeNet, death is just a minor setback. You may be feeling confused, disoriented, or even a little scared. It's understandable. You just had your vigorous, happy life interrupted by... Explosion. Please, accept our condolences. But no more dwelling on the past. Ничего не понимаю. Чё он там тараторит? Надо учить английский, короче, это не дело. Magic of rebirth happens inside LifeNet's patented regeneration pod. And it's refined, and your perfectly cloned body comes out. Ну, примерно, можно догадаться, о чем тут говорится, что, ну, клонируют людей. Какая-то компания занимается клонированием людей. Елена Винтерс. Your stunt with the ATV saved the dam. It's thanks to you I'm alive to have this conversation. Even so... The battle took its toll. The dam fell to the Chota. The Chota got revenge on Alec Masters, but not before he added one last entry to his list of sins. Masters destroyed the LifeNet core, the mainframe for all the cloning chambers in the province. This has changed everything. LifeNet's creators never planned for this. They dreamed LifeNet would end the limits of a single lifetime and save humanity from its fear of death. Masters showed us the truth. People are afraid of death, but even more afraid of losing control. He sacrificed you and every other clone to keep anyone else from having access to immortality. So I did what I could. I rerouted your DNA through the auxiliary computers in the province, but it wasn't easy. Блядь, да когда ты уже заткнешься, а? It's been 4 years since you died saving the dam. The destruction of the core damaged the backup storing your DNA. Worse yet, your future cloning potential has been compromised. You're dying, and I don't know how much time you have. Once you die, you stay dead, just like the rest of us. There's one way to fix this. You have to find the alpha clones whose DNA makes up the LifeNet database. If you can integrate their undamaged DNA with your own, you can undo what Masters did and restore your immortality. The only clue I've found points to the LifeNet facility near Embry Crossroads. There's a LifeNet technician there who can explain the Alpha Clone's location. You're about to wake up in a LifeNet station. The computer there will let you choose where to begin your new life. Remember what I told you. You're special. You were created to be immortal. Полностью на английском играл. Это плохо, конечно, это минус огромный. Ну, для меня, по крайней мере. Как не знающего языка. Это же не тупой просто как шутер. Это онлайн-РПГ, квесты. А если не понимаешь нифига, то, ну, так, естественно, минус большой. Так что, не знаю, я, скорее всего, не буду в нее играть. Так, посмотрим сейчас, походим. О, от первого лица можно сделать. Лучше вот так, походу. Так. Опять что-то как это... Настройки сбрасываются, что ли? Резко как-то все стало. Блин, это то или нет? Тут тип делай. Так, ну это... кнопки.
А вот, это я не то вообще. Это на по умолчанию сколько там, на 5 было? Маз дабл клик спид, так, 6-6, ну-ка. 4 и 4. Во, так получше. А то что-то сильно резко дернулось. Сейчас более-менее. Так, поковыряться в компьютере, да, надо? Ну, даже пытаться читать не хочу тут. Так, что выбрать-то? Да, верхнюю. Что выбрал, непонятно. Может быть, фракцию какую-нибудь? Так, загружается что-то. Это типа я выбрал, куда меня портанет, да? Какая-то подсказка непонятная. Так, с вами что, говорить надо? Ну-ка давайте пока осмотрим, а то вы сейчас опять портанете меня куда-нибудь. А может быть тут подобрать что-нибудь? Так, кто там? Блять, это кто? Ага, это живые люди уже, да, бегают? Вот белыми они, значит. Ну-ка, он сейчас исчезнет. Если он исчезнет, значит, они куда-то перемещают. Нет, стоит. Они квесты, значит, дают какие-то. Так, ну, что у нас тут? Оружие есть какое-нибудь? Так, бежать нельзя, можно только пешочком. Блин. Это я уже наоборот вышел, да? Ну-ка. Ух ты. Купидон. А, вон. Так, ну-ка пойдемте, вернемся. По-любому с этими надо поговорить. Ну-ка, с тобой давай, мужичок. 50 XP, ну давай. Что-то надо сделать. Все. Пресс, блядь, что там, ничего не успеваю прочитать. Так, тут нифига. Тоже. Ну, пресс Ю и что дальше? А, это его выделять. Ну, это мышкой можно. Блять. Надо было, наверное, сначала поиграть немного в игру. Хоть несколько дней. Освоиться? Ну, ладно, хрен с ним. Все будем наживую, так сказать, делать. Я уже поиграл в нее, но я поиграл минут, я не знаю, 5-10. Потому что я там сначала вообще конкретно тупил. Не мог нигде, где настройки эти распознать, ничего не... Ну, создал персонажа и вот сюда где-то дошел. С кнопочками разобрался более-менее. И сейчас удалил персонажа, заново создал. То есть толком еще и не играл. А надо было бы, наверное. А может и не надо было. Давайте вместе разбираться. Так, ну чё ты расселся-то тут? Чё у тебя там в руке? Магия? Греется. Давайте тоже погреемся. Да, но физика тут, конечно... Гравитация на нашего героя слабо действует. Чё это за планета вообще? Земля или нет? А, ну да. Павшая земля же. О, отдыхающий. А, ну это боты красные. Так. Давайте-ка отойдем и разберемся еще с инвентарем. Инвентарь. Ай, ага.
Одеваем куртяжку. Берем топор. Винтовку. Пистолет. Что это за точка? Ну-ка, пистолет. О, а куда он делся? Не понял. Так, а как там посмотреть? Джи, наш. К. Блять. А, джи. Надо кнопки все как в этом переделать, как в зоне. Так. О, в две руки можно. Ctrl 5. Ctrl 5. Ctrl 4. Ага, тут оружие менять не колесиком. А. Ctrl плюс цифра. А это чё? Прибамбасы какие-то, что ли, вешать можно? Так, давайте-ка сразу настройки. Ну-ка. Кеймап. Кеймап. Так, что там происходит? Убивают нас? Что-то тряхануло. Блять, ничего не могу понять. General. Активация. Так, фонарик. Вот фонарик первым делом. Его надо сделать на какой-нибудь на L. Еще не меняется. Активация вот на F будет. Фонарик на L. Скриншот нафиг не надо. А вот зум можно поменять, наверное, на оружие. Чтобы, хотя ладно, фиг с ним, пусть. Ставился тут присесть. Так, Ctrl. Ctrl. А хуй не работает. Нет, не работает. Ну, C так C. Ром, блять, какой-то. Ладно, хрен с ним, короче. Блять, опять ночь. И тут это проклятие перекочевало с зоны сюда. Так, это Г, да? Г, А. Путаться буду в настройках. Так, ну-ка оружие. Ctrl 1, Ctrl 2. Нет, не меня. А, нет, меняется. О! А что, он с ней так и будет ходить? Так и будет приложенный к глазу ходить, слышно. Ну-ка, Ctrl 3. Да, оружие менять не очень удобно. Ага, это с ножом. С пистолетом. Во, сразу с двумя, офигеть. Ага, правой кнопкой. Слева, с левой кнопкой справа, ну, как обычно, так, перезарядка. Прикольно, с двумя пушками бегать. Но анимация, конечно, деревянная, блядь. Пойдемте топором зарубим какого-нибудь бота. И начнем обшаривать территорию. Так, бинокля нету, да? Ай. Ах ты, сука. Чё это ты делаешь со мной? Ах вы, бляди.
дикие. Уже мухи слетелись в него как мне. Да бляха. Так, теперь облутать их надо. Нифига мухи шустро пролетели. Ну какие-то мухи тоже простенькие такие. Ну, ландшафт такой ничего вроде. Красиво сделано. Ну по отдельности все это если рассматривать. Так, вот. Все соберем с ней. Чё-то я не помню, через какое-то время их только можно обшаривать. Ой, блядь, это что такое? Чё тут, блядь, за всадник? С ружьем. Ну, вот это вот прикол, да, что это... Ружье нельзя от глаза убрать. Так и приходится скакать. И переключать его, конечно. Ctrl 3, это что у нас? Может... Пистолетная анимация. О, на пол насадили. Это зомби какие-то или кто? Конченые люди уже какие-то. Там беготня, смотрю. А если его убить? Или не надо? Ну он красным он подсвечивается. Медицинка. Ой, блядь, это кто? Ого! Чё, помощник? Мужик. Они зассали. Давайте догоним. Ладно, хрен с ними. Так, это что у нас? Ну, как обыскать? Никак. Отдыхает? Болеет? Так, ты что расскажешь? А, все равно я ничего не пойму. Извини. Уходим, он ничего не заметил. Так, какой-то газ тут. Или что это такое? Ну, график, конечно, так себе. Но вот сам дизайн, вроде ничего, так постройки какие-то наделали. Вроде с умом подошли. По части графики, конечно, тут что тут ожидать от онлайн-проекта нужно. Анимация тоже тупорылая, конечно же. Ну, не знаю. Вряд ли я смогу в это играть без знания английского. Как залезть на лошадь? Блин, не то нажал. Неудобное переключение, конечно. Как руки пустые теперь сделать? Только с топором бегать? Блять. Вот. Лошадь, как на тебя залезть? По щам тебе надаю. Столпотворение какое-то. Это что, в казино? Good thing you found me. А, купить можно. Это жетон как в казино. Не надо мне ничего. У меня денег-то нету. Краска у тебя прикольная. Вооружен до зубов. Молоток, топор.
Cooking. Повар? Это местный гурман? Что-то купил. Непонятно, что делать надо. А изучать форум русскоязычный тут, я что-то не хочу изучать и все делать по указке. А самому вот так, ну, методом тыка догадываться не очень интересно. Для первой серии хватит, а потом посмотрим. Может, и почитаю. Ну, что-то мне неинтересно вне игры вот так узнавать, как играть в эту игру. Так, это педик какой-то. Фу, блядь, отходим. Ладно, первый такой... Так, это что там, дохляк? Блядь, бинокля нет. Первый такой смотр небольшой сделали. Ознакомительный, вступительный. Ну так примерно. Ну так ничего, кстати, да, вот если... Как, постарались... Ну так вот, хлам вот накидали. Если вся карта так классно сделана, то интересно, конечно. А сам геймплей... Ну фиг знает. Надо, говорю, читать. Так, вот это кто такой? Фу, что это надо? Непонятно. Надо... Читать. Форум. Если будет время, почитаю. Вообще, в чем смысл тут игры этой, как, какие квесты надо проходить и как их проходить. И тогда, возможно, продолжим. Ну, я сильно сомневаюсь, что я буду вот в нее играть. Это очень тяжело. Не зная язык, играть в RPG. Ладно, на этом закончим.